В здании городской администрации Артемовского городского округа состоялось совещание по актуальному на сегодня вопросу по занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан. Вопрос действительно не терпящий отлагательств, ведь до того момента, как образовательные учреждения выпустят своих подопечных на летние каникулы, остались считанные дни. Большинство детей будут предоставлены сами себе и, конечно же, улицам. В этом случае хочется вспомнить недавнее заявление председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера о необходимости предпринять все усилия, чтобы оградить молодежь от вовлечения ее в тяжкие преступления и от экстремистских влияний. Так, одним из инструментов решения данного вопроса, тем более в летний период, может послужить занятость и трудоустройство подростков. Об этом шла речь на совещании в администрации Артемовского городского округа, в котором принимали участие местные власти, субъекты профилактики, а также представители рабочей группы областной комиссии. По актуальному вопросу, который сейчас у нас, скажем так, горит, мы работаем в ежедневном режиме, это занятость и трудоустройство несовершеннолетних. Нам направили план работы рабочей группы областной комиссии по делам несовершеннолетних. Заместитель начальника отдела Департамента по труду и занятости Свердловской области, возглавившая рабочую группу комиссии по делам несовершеннолетних, которая будет работать в Восточном управленческом округе, представила всех членов группы и озвучила план работы. У нас по плану работа предполагается в том числе в учреждениях, которые относятся к субъектам профилактики. Это у нас и центр занятости, и Луганарская школа-интернат, и подразделение ГУВД, и подразделение подведомственных учреждений Министерства спорта, и учреждение социального защиты. В ходе данного совещания участниками были обсуждены организационные моменты. Далее свою работу они продолжили уже на местах, посетив обозначенные учреждения планом программы.